Здравствуйте, мои дорогие зрители и друзья. Сегодня я бы вам хотел показать одну игру, на которую я подсел буквально совсем недолго. В общем, эта игра называется Magic the Gathering. Ну, вообще она называется Magic 2015 Duels of the Planeswalkers. Но как бы сделана она по мотивам знаменитой карточной игры Magic the Gathering. Сейчас я, наверное, музыку отключу, чтобы она нам не мешала. Вот. В общем, Magic the Gathering — это карточная игра, которая была создана в 93-м году и постепенно расширялась, в общем, и буквально, ну, появлялись в некоторое время компьютерные игры по мотиву этой карточной игры, насколько я знаю, там на приставках, что ли, она была. Вот. Но такое, как бы, можно сказать, глобальное, как бы, поступ на компьютеры она получила, ну, как я думаю, с 12-го года. То есть с 12 по 15 год вот выходит каждый год серия новая. Ну и там постоянно что-то вроде как улучшают. Вот. И вообще, ну, любители карточных игр, ну, я думаю, слышали про эту игру. Хотя я, как бы, ну, я кроме Берсерка особо так и не знал карточных игр. Ну, Берсерк в основном популярен, насколько я знаю, в России, а вот Magic the Gathering именно во всем мире. Вот. Что значит карточная игра? Ну, то есть, я думаю, ну, многие так представляют. То есть, есть карты там со всякими существами, заклинаниями, и как бы вы сидите, играете. То есть, не как, конечно, покер, но что-то примерно похожее, но более усложненно. То есть это, можно сказать, как стратегия, больше похоже там Disciples, герои, там Эодор какой-нибудь. Вот, только в карточном виде. Вот. Ну и, в общем, как бы, так как игра карточная, ну, в нее играют, собственно, вживую. То есть приходят люди там, собираются за столом, сидят там, берут свои карточки и играют. То есть игра как бы коллекционная. То есть есть разные наборы, постоянно выходят новые и новые. И вот, ну, люди покупают эти карточки, какие-то дорогие, какие-то не очень. Вот, копят там, создают свои колоды, короче, и соревнуются. Есть всякие чемпионаты и прочее. Вот. Ну, в общем, я не об этом. Я как бы хотел сказать, как я к этому дошел, можно так сказать. То есть я периодически слышал, да, что есть карточные игры, но как-то постоянно все то времени, то желания, может, не было, как бы, хоть об одной игре узнать. Хотя был период, когда вот тот же Берсерк, я хотел посмотреть, что за игра, но что-то руки так и не дошли. Вот. А тут недавно меня познакомили с этой игрой, принесли эти карточки, вот, ну и стали меня как бы обучать. Вот, ну, вначале я так немножко со скептисом, то есть, ну, сначала думал, будет интересно, но как-то шло поначалу не очень, потому что человек, который меня обучал, он сам процентов на 50 правила точно не помнил. Вот, ну и плюс карточки были на английском, и вроде как с английским у меня более-менее, но все равно, то есть там были такие понятия существ, как бы их навыки, и надо было точно разбирать, что почем. То есть, если в героях ты там играешь, компьютер тебе может подсказать, ну, ты думаешь так, а когда сделал какой-нибудь ход или удар и увидел, как на самом деле произошло, то есть ты понял, как на самом деле. А в карточной игре, то есть тебе приходится додумывать, так это или так, возникают споры и прочее. Вот. Ну и потом я что-то так вроде более-менее вдохновился и такой думаю, а что, почему бы мне в интернете не посмотреть, как бы, правила и вообще как что. Ну, вот стал изучать, как бы вникся, понравилось. Вот. Ну и буквально случайно, можно сказать, напоролся на онлайновую игру. То есть я искал, где можно ли реально за компьютером посидеть. То есть есть сайт, я так понял, официально, где регистрируешься, ну, там $10, что ли, надо. Вот. Ну и играешь с другими, что-то типа покера онлайн, насколько я понял. Вот. Типа, я не знаю, там за карточки надо платить и уже играешь. Ну, сама игра вроде не надо ничего платить, вроде только за карточки, чтобы играть, и все.
Вот. Ну и там, насколько я понял, турниры, может, даже официальные. Вот. А я хотел найти, где именно можно бесплатно играть, ну, там, по сети, либо с компьютером. И вот буквально вот несколько дней назад наткнулся в Стиме вот на серию Magic. Ну, она просто сокращенно называется Magic. И там 2013, 14, 15 Duels of the Planeswalkers. Вот. Ну и я обрадовался, что действительно в Стиме можно в нее играть. И довольно-таки, в общем, интересная. Она меня очень сильно завлекла, потому что, так как я любитель вот всяких пошаговых стратегий, а это очень-очень-очень близко с этим. И я надеюсь, что многие те, кто не знал об этой игре, и посмотрев мое видео, как бы она им понравится, они тоже будут играть. Вот, давайте я вам продемонстрирую, как бы, как оно выглядит. Сильно вдаваться в описание игры я не буду. То есть я постараюсь, ну так, вкратце рассказать, и вы уже посмотрите, то есть кого заинтересует, уже смогут приобрести, и там есть нормальное обучение, то есть обучение действительно здесь хорошее, новичку сразу все будет понятно, не то, не как я обучался изначально другим человеком, когда я половину ничего не понимал, то здесь все хорошо и на русском написано, и говорится. Вот. Поэтому я буду стараться так поверхностно рассказывать. Вот. Ну, еще раз говорю, игра меня зацепила, и теперь у меня есть желание как можно больше в нее играть, и хочу вот поделиться с вами, может, действительно кого-то эта игра заинтересует, и кто-то, возможно, и не слышал о ней. Вот. Также сразу хочу сказать, 29 июля, насколько я знаю, 2015 года выходит продолжение, называется Magic Duels Origins. И, насколько знаю, игра вроде как планируется быть бесплатной. То есть я свою вот эту покупал за 250 рублей, а та планируется вроде как бесплатно. Вот. Ну, единственное, я так понял, чтобы играть картами, надо будет их покупать, но их эти карты можно будет и бесплатно открывать, то есть если вы будете проходить там обучение, компании и прочее. То есть, в принципе, я так понял, большинство можно там бесплатно все делать. То есть, если вы только там дополнительные какие-то карты хотите, тогда да. А так, ну ладно. Это уже так. В общем, я уже тут своего персонажа, можно так сказать, создал аватар. У меня появилась первая колода. Так, ну, пусть у него будет случайно у этого персонажа. Вот. Сейчас я расскажу, что за колода, что за карты, как играется. Вот. У меня колода, я выбрал, может так, светлые силы. В общем, в игре существует 5 основных цветов. 5 стихий: свет, тьма, огонь, вода и земля. У меня колода состоит из двух цветов: земля и свет. Вот вы можете видеть, вот этот лесочек, это и есть земля, а вот это свет. Вот. Ну и, собственно, вот даже видно на рубашке, вот желтенький кружочек это свет, синенький это вода, зеленая земля, красный огонь и тьма. И вот они так расположены, что каждый цвет более или менее гармонирует с собой. То есть со светом более-менее гармонирует земля и вода. То есть колоды лучше составлять вот из этих цветов. Там с тьмой лучше вода и огонь, с огнем земля и тьма. То есть если составлять свет и тьма, это будет не очень гармонично, но тоже можно. Собственно, вот 5 цветов. Ну и давайте, в общем, вначале раздается по 7 карт каждому. Можно пересдать, перемешать, но на одну карту я получу меньше. Но я, наверное, пересдам, так как у меня нету карты земель. То есть существуют основные, ну как их можно назвать, юниты, то есть не юнит, а магия она называется, или заклинание, то есть карты эти воины, юниты, вот как и вот это, то есть вот где вы видите вот такие цифры, это значит карта юнит, то
То есть оно может драться. То есть основные карты. Потом карты земель. То есть это карты, чтобы делать заклинания, производить. Вот, например, вы видите, вот это, чтобы вызвать вот этого грифона, надо три любой магии и одна магия света. Как это делается, я сейчас покажу. Вот, также есть карты заклинания, карты артефакты, карты чары. Ну, чары, заклинания, можно сказать, как в одном. То есть основная карты магии, чтобы вызывать существа, заклинания, карты существа и карты заклинаний. То есть это, если так основное брать. Ну, я перемешаю. Вот. Вот эти карты земли. Вот оно, свет и земля. То есть это как мана, если так образно говорить. Мана, которая позволяет произносить нам заклинания. А заклинания — это вот наши вот эти юниты и магия. То есть я буду стараться таким более-менее понятным языком. Ну, все, оставляем. У нас ходит соперник. Каждый ход... выкладывается, ну, можно выкладывать по одной этой мане, больше нельзя, то есть, если есть, по одной. Вот, и человек выложил заклинание, и на это заклинание он покупает эту карту своего воина. То есть, выпустил воина за счет одного огня. Вот. Когда он использует свою карту, он ее поворачивает. То есть, если вы играете вживую, да, с этими картами, то есть вы сами поворачиваете. Здесь что удобно на компьютере играть. Компьютер сам за вас все поворачивает, там идут подсказки. Вот что здесь хорошо, вот так вот приближаете колесиком, все видно. То есть, что за существо, например, что оно делает, вот тут описание. То, что курсивом, это просто как бы рассказ такой, а вот не курсивом, это что оно умеет. Вот. Также здесь есть пояснение, вот если вы хотите узнать, жмете дополнительную информацию, и вам объяснят, что такое вот цепь жизни. Например, вот существо, повреждение, наносимое объектом, заставляет контролирующего игрока получать количество жизни. В общем, цель игры — уничтожить 20 жизней у противника. Вот у них 20 жизней, у меня 20 жизней. Всего в колоде обычно 60 карт, ну, считается, что не меньше должно быть. Ну, здесь, я так понял, все время по 60 раздается. Вот, если на руках больше 8 карт, то есть всегда на руках должно быть 7. Если больше 7, после там всех манипуляций, если осталось больше 7, одну надо будет откладывать в сторону. То есть, как кладбище называется. Вот, поехали. Кладу... ману свою, землю. Вот. Ну и так как у меня, допустим, чтобы вызвать это существо, надо одну землю и одну любую землю. Ну, то есть света, либо земли, без разницы. Но у меня пока что одна. Я пока это существо вызвать не могу. Поэтому пропускаю ход. Существа нужны, чтобы атаковать, в общем, соперника. То есть он атакует меня, конкретно вот меня, я атакую его. Тем самым существа наносят повреждения. Что он вызвал? Чары. Зачаровать существо под вашим контролем. Вот, он решил зачаровать своего вот этого... кто он там у него? Сатир Гоплит. Вот, он у него 2-2 стал. Теперь даже 4-2. Вот он в игре... Сейчас я остановлю. В игре присутствует 4 фазы. То есть первая фаза, когда игрок берет карты, поворачивает их обратно. Потом, ну, там действуют какие-то решения. Вторая фаза — это бой. Вот, то есть он сейчас проводит бой. Третья фаза — после боя. То есть можно опять решать, там еще что-то поделать, если у вас... И есть карты, которые еще не повернуты, и можно что-то проделать. Вы еще что-то делаете, там заклинание. Ну и последняя фаза — это уже после боя, там, то есть автоматически все делается. Вот, в общем, он на нас нападает. Почему у него стал 4-2? Ага, вот он разыграл заклинание, и Сатир Гоплит получил еще плюс 1-1. Это к урону и жизни. То есть вот эти цифры означают: первое — это его атака, 4 повреждения, и 2 — это его жизни. То есть сейчас он будет меня атаковать,
мне защищаться некем, и он нанесет мне 4 повреждения. Так. Все, продолжаем. Вот он мне нанес 4 повреждения. Теперь мой ход. Каждый ход я могу брать карту. И каждый ход, как я уже говорил, выставлять землю. Ну, если она, конечно, у вас есть. Так, все, у меня две земли, я могу. Вот мне даже подсветили, что я могу вызвать. Вот свое существо, дрессированный каракал. Ну, оно слабое, 1-1, да, но у нее вот хороший эффект, цепь жизни. То есть я наношу урон, мой герой получает одну жизнь. Но здесь надо его правильно воспользоваться этим, там усилять его и это прочее. Но это уже нюанс. Я думаю, те, кто захочет изучать, он как бы поизучает. Вот. Потом миссионер. Вот тоже неплохое существо. Сейчас, если я его выведу на поле, он мне даст 4 жизни. То есть его навыки, 2 атаки, 1 жизнь. Слабенький, но зато дает 4 жизни. Давайте я его выведу. Ну, то видите, вывел, карты повернулись. То есть все. Больше, по сути, я никого вывести не могу, потому что у меня больше карт стоячих нету. Вот. Когда выводится существо, ну, оно может атаковать, но в первый ход, когда я его только вывел, оно не может атаковать. Только на следующий, кроме там определенных юнитов, в которых есть навык, который позволяет сразу. Но зато я могу сразу обороняться. То есть, если следующий ход он захочет напасть на меня, то я смогу вот этим существом обороняться. Когда вы нападаете, вы не можете решить, кого вы будете атаковать. То есть, либо вот это существо, либо героя. То есть, вы напали, все. Противник сам решает, будет ли он оборонять, кем будет оборонять, либо он скажет, я не обороняюсь, и будет сам получать урон. То есть вот такой закон. Есть, правда, мана, которая позволяет мне выбрать, какое мое существо будет атаковать врага. Но только другое существо. То есть не герой, а вот именно существо. Надеюсь, я более-менее понятно выражаюсь. Атаковать я не могу, так как он только вышел, ну, пропускаем. То есть больше ничего делать не могу. Давайте посмотрим, что противник будет делать. Он опять что-то вызвал, опять заклинание какое-то. Каждый раз, когда зачарованное существо атакует, положите на него один жетон, один-один. Затем, если на нем есть три или более жетонов, пожертвуйте. Ну, типа заклинание усиления. Я не буду сейчас подробно рассказывать про каждый навык, умение, заклинание, потому что карточек очень-очень-очень много. То есть я буквально играю всего там чуть больше недели в эту игру. То есть я даже, не знаю, процентов 20, наверное, всех умений существ не изучил. То есть изданий, я говорю, очень много. То есть вот эта картинка показывает, какое издание. То есть есть вроде D15, D14, D13, D10. Ну и там куча их изданий, там их больше 20 вроде. То есть каждый год выходит более 200 карт, если я не ошибаюсь. И постоянно что-то новое. То есть вот что хорошо, ты постоянно играешь, изучаешь. То есть безграничный мир, можно так сказать. Но это если играть вживую, потому что в компьютерной игре я не знаю, то есть новые карты, если только вживую покупать, либо здесь также проходишь что-то и у тебя открывается. То есть здесь не обязательно покупать, можно чисто играть и все равно будет что-то открываться. Но я так понял, он будет сейчас еще усиливать свое существо, он у него уже 5-3. То есть это вообще мне сейчас будет не очень хорошо. Вот он атакует. И мне предлагают, блокировать или нет. Ну, я чувствую, мне придется блокировать, потому что если я не заблокирую, он мне 6 урона. Это очень прилично. А так я потеряю, конечно, своего персонажа и нанесу ему всего 2 урона. У него будет 2 жизни, он не умрет. А вот мое существо умрет. Но я хотя бы пока предотвращу удар. То
То есть мне надо дожидаться какой-нибудь хорошей карты, когда я смогу что-то сделать с ним. То есть, видите, тут бывает зависит очень много от удачи, какая карта придет. То есть, видите, ему начали сразу идти удачные карты, что он сразу идет в атаку, меня уничтожает. То есть, ну и тем более, раз мана огня, то есть существа огня, они такие по себе в основном заточены на атаку. То есть быстро сразу идти в атаку, сокрушать соперника. Вот, ну что мне остается делать? Ну, блокируем, показываю, вот, беру это существо, показываю, я блокирую вот этого персонажа, все. Сейчас увидите, как бой проходит между существами. То есть он мне 6 урона, я ему 2. Но в конце хода существа сразу лечится. Вот у него опять 6-4 стало. Давайте смотреть, что я могу попробовать противопоставить ему. Существо кошка. Я буду атаковать и получать жизнь по одной, но чисто для блокирования пока что. Не знаю, что тут еще есть. Нефритовый маг. И здесь сразу подсказка. Ну, я обычно подсказки, которые я уже читаю, я больше стараюсь, чтобы они не пока. У одной из ваших карт есть способность, которую можно активировать. Выберите карту и приблизьте к ней вид. Выберите способность, которую вы хотите активировать. Ну, у какой карты есть способность, которую можно активировать? Существа силы меньше силы не могут его блокировать. Но пока что у меня таких карт нету. Или я, может, что не понял. То есть это, видимо, на какое-то существо. Пока что я сам это. Но надо вводить существ пока что чисто для обороны. Еще вот такая фишка. Когда вы идете в атаку, видите, ну, карта поворачивается, как и земля. То есть, если я, допустим, ну, у меня есть возможность атаковать, если я, допустим, поверну ее, то существо не сможет блокировать. То есть сейчас у него существо неактивно, то есть оно не может блокировать. Вот. Поэтому тут надо с умом подходить. Либо каких-то существ оставлять, чтобы просто они стояли и ждали, чтобы могли блокировать, а каких-то можно пускать в атаку. Вот ему как бы сейчас особо нечего бояться, потому что, во-первых, я выпускаю существо, оно сразу не может атаковать, а даже если бы могло, ну там 2 урона, это просто фигня, и тем более вот он уже 30 жизней как-то набрал, я даже не заметил как, возможно, вот благодаря вот каким-то спецификам, которые он уже наколдовал, то есть я пока сильно это не вчитываюсь, чтобы и вам мозг не загружать, ну и сам я как бы пока не мало чего знаю. Вот опять же, чем хороша игра, то есть тут надо вообще как в шахматах сидеть, все варианты рассчитывать, но по мне это гораздо интереснее. Шахмат, я вообще любитель вот всяких фэнтезийных таких стратегических битв, как уже говорил, там те же герои, там всякие, вот. Здесь как бы нет анимации, да, вроде существа не ходят, но, блин, зато тут здесь так надо голову включать, то есть любителям таких вот тактических игр я очень советую. Ну и вообще сейчас бой, конечно, идет не на моей стороне. Вот сейчас он опять будет атаковать. Мне, ну что, мне волком приходится блокировать, потому что иначе по 6 урона пропускать, ну, никуда не годится. Потихоньку буду жертвовать своих бойцов. Может, надеяться, вдруг что хорошее придет. Вот что сейчас плохо, мне не идут вот эти земли. То есть благодаря только землям я могу вызывать более сильные существа. Например, вот это существо 5-3. Атака 5, защита 3. То есть хорошее существо, но оно стоит аж целых 5 маны. А у меня всего 2. То есть, ну, не везет пока, карта как бы не идет. То есть, как и в карточных играх, типа дурака или того же покера, карта не идет. Но здесь, конечно, гораздо больше надо соображать. Вот. Чем вот это существо хорошо, вот у нее есть, видите, пробивной удар.
То есть это значит, что если я, допустим, наношу у существа, например, видите, 4 жизни, да, если бы атака у него была не 6, а 2, например, то есть он бы не мог меня убить. Я бы 4 урона нанес этому, а еще один достался бы герою. Вот в чем фишка пробивного удара. Так, ну ладно, давайте выпускать своих кошаков. Что-то у меня такое ощущение, что игру я могу вообще быстро сдуть. Хотя вчера играл, тоже такая была упорная борьба с одним персонажем. То есть сначала я вроде пошел, ну, инициативу взял, потом он, потом опять я, потом он. Потом в конце все-таки выдержал там битву, то есть за счет всяких фишек затащил бой. В среднем один бой длится, ну не знаю, мне кажется, в районе минут 30. Хотя можно и, я не знаю, ну буквально минут, наверное, за 10 разобраться. Если вот сейчас, как у меня, будет такая непруха, то он меня может сейчас тоже загасить быстро. Ну что, мне просто приходится принимать удары. Ну давайте, я хотя бы по одной жизни себе восстановлю. Но у меня же колода не бесконечная. Сейчас пойдут у меня чисто сильные существа, а магия и ну, земля не будут идти. О, слава богу, пришла земля, отлично. Выкладываем. Но пока что один хрен, ничего не могу выложить. Давайте посмотрим, если нажать, что произойдет. Или я на врага могу наложить, а нет. А, это же существо, я что-то забыл. Я думал, это какое-то заклинание, точно. Положите на поле битвы одну фишку существа. 1-1 зеленый сапролинг. То есть, если я использую еще 3 маны, у меня появится существо. Но у меня маны столько нет. Ага, можно зачаровать моего. Но я лучше вызову еще одно существо. А, ну и все, в принципе, больше ничего не умеет. Это просто существо с дополнительным бонусом. Ну теперь у меня уже 2 юнита. И да, блокировать можно несколькими существами. То есть, если он сейчас пойдет в атаку, я могу сразу поставить этого на блок и этого, но мне все равно не хватит атаки, чтобы его убить. У него 4 здоровья, я нанесу только 3 урона. А мне надо, чтобы в общей сложности нанеслось 4 урона, чтобы его убить. Поэтому двоих жертвовать нет смысла. Ну вот он опять пошел. Что же делать-то? Что же делать-то? Блин, терять не хотелось бы. Потому что если его потом усилить, он неплохо жизни мне приносит. Хотя этот может мне принести дополнительное мясо для защиты. Так что, наверное, я пожертвую этим. Ну, хотя бы по жизни. Чуть-чуть жизни набираю. Так. Что такое? Он, я так понял, использовал заклинание какое-то. Теряет существо под вашим контролем. Зачем существо получает? Ага. Он, в общем, он пожертвовал вот эту карту, чтобы нанести 2 урона. И вот он убил мое существо. Карта эта улетела, то есть у этого сила спала чуть-чуть. Но он убил мое существо. Не хватает. А что на тебе, друг, надо? А, это чары, это не существо. Это капитан стражи. Я вроде буквально вчера ее открыл. То есть вот этот цвет означает, ну, редкость карты. Черные самые обычные.
Вот такая это обычная карта, там серый вроде или синий какой-то там более продвинутый, золотой, в общем, считается чуть, ну, одним из самых редких. Но это вроде есть еще вроде как-то он переливается. Так, ну это только на зачаровку существ, в общем, пока ничего не могу сделать. Стою, сейчас он меня будет бить. Немножко неудобно, приходится по два раза пропускать ход. Опять у него этот кулак пожара вылез. Опять он его использует на свое существо. Да что ж такое-то, а уже 5-5. Уже 7-5, там ему еще какие-то фишки прибавляются. Господи. Ну давай, бей меня, гад. Казалось бы, у него существо 1-1. И как благодаря вот этой магии он его раскачал до 7-5. Это просто невероятно. О, ну ладно, хоть рыцарь выходит, и сейчас еще к нему добавится солдатик. Ну, я, можно сказать, неизбежное. Так, ой, можно усилить. 17 что получит плюс один за каждые чары под вашим контролем. Ага, еще за каждые чары, но у меня чар нету. Ни наколдовано, ни что на них. Добавит первый удар, но у этого есть первый удар. На этого 2-2. Есть ли смысл пока? Наверное, не будем, потому что если наколдовал, то как это говорится, слово вылетело, короче. Ну, чтобы можно было убить вот этот 7-5. У меня всего 3, но будет 4 урона в общем. А ему надо 5 урона нанести, поэтому я пока пропускаю. Можно использовать заклинание во время боя. То есть начинается ход, он выдвигает какое-то существо. То есть это даже иногда нужно делать. То есть не тратить всю магию. А, например, он атакует, ты хоп, там что-нибудь на него наколдовал, он не ожидал. И давайте солдатам блокируем. Его не так жалко терять. Заметьте, урон наносится одинаково, а вот существо с первым ударом, как думаю, вы догадались, оно наносит сначала первый удар, а потом уже то наносит. Наконец-то я могу вывести более сильное существо. Так, кого мне вывести? Вот это говно или вот это говно? Бдительность. Бдительность, я так понял, оно, когда ты атакуешь карту, не надо поворачивать, то есть оно всегда активно, это хорошо. Другие существа, солдаты получают 1-1. Когда капитан сразу выходит на поле битвы, положите на поле битвы 3 фишки существа 1-1 белый солдат. Ого! И сейчас эти все солдаты получат плюс 1-1. По любасу выдвигаю. А, черт, недостаточно манок. 6, а у меня 5. Да елки-палки. Ну тогда вот эту гориллу выпускаем здоровую. Теперь-то мы сможем ему дать отпор. Ну и ждем. Атаковать не будем. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Пропускаю атак. Сейчас посмотрим, что он будет делать. О, у него опять слетело что-то там. Не слетел, он опять колданул. Так. А, у меня такая зачем что? Получает 1-2, имеет полет. Да что такое, он опять его усиливает. Просто одно существо усиливает и всем люлей дает. Я хрени. И каждый раз накладываются чары, я так понял, он получает фишку и урон. 7-8. Охренеть.
просто писец. Это что такое? Порча устойчивость, порча. То есть на него нельзя вроде плохие заклинания. Может своего усилить. Ну что у него будет? 6. 5. 6, 5. 6, 5. Черт, у меня осталось 8 жизней. 8 жизней, ё-моё. Нет, надо вот это выдвигать. Сложность у меня, кстати, стоит средняя. Так что довольно-таки неплохо играет. Ладно, давайте это усилим. Может, я его сейчас даже 6-4 плюс 3-9. Может, я, если он будет, в общем, атаковать, я обоими блокирую и... Нет, я пропускаю атаку. Не буду его атаковать. Я должен сейчас заблокировать его вот эту фигню. Тут, видите, еще надо следить за этими вот картами, что он там делает. Вот я постоянно забываю про вот это. Кулак пожара, что он два раза уничтожил моих существа. Жизнями два. Когда вы играете за столом, это как-то более наглядно видно. Что такое? Почему я не могу блокировать? Что-то у него, походу, дело там... Героизм. А, понятно. Ему дали навык полет. А не летающие существа, не летающие, не могут блокировать летающих. А вот это очень хреново. Вот это очень хреново. Ну теперь надо вот это накладывать, чтобы был полет у этого. Будет полет. Сколько он еще дает? 1-2. То есть будет 7-6. Да черт, я его один фиг не добью. То есть я только одним смогу блокировать. Можно уже вызвать это, но надо мне летающее существо блокировать. Тогда, наверное, лучше... Да все, я тут уже проиграл, наверное. А, 8-7. Так, а что же еще добавилось? Что-то я как-то плохо посчитал. Теперь я смогу ему дать отпор. Быком может атаковать. Нет, стоим. Сейчас опасно, у меня одна жизнь осталась, у меня один урон, и все, я проиграл. Фу-фу-фу. Прям все на грани. Ага. Решил пропустить. Опять у него сортир вышел. Сортир из сортира. Сейчас уже интересней. О, у меня червячок и вылез. 7 маны. У меня 6 только. Так, ладно, выпускаем существо. Давайте, ребята, ура! Фига, и все еще по 2-2 получили. Ой, я вот думаю, идти в атаку или нет. Идти в атаку или нет. Ну давайте, ладно, рискнем, посмотрим, что он будет делать. Тем более, вы еще ни разу не видели, как я хожу в атаку. Давайте вот, вот этими двумя пойдем. Посмотрим, кого он будет блокировать. Кем кого он будет блокировать. Ага. Решил убить мою 3-3, ладно. Но я зато 8 урона его и парню нанес.
Он бы убил моего бычка. Но бычка не сильно жалко, потому что у меня есть вот капитан стража. Игра накаляется! Я могу проиграть, если у него будет какая-нибудь магия, нанести урон героя, то есть мне. Вот если честно, что такое двойной удар, я не совсем понимаю. То есть первый раз как-то на этапе первого удара, второй на этапе обычных повреждений. То есть получается, сначала он один урон наносит, потом ему урон наносит, потом он еще раз, так что ли? То есть у него как будто первый удар, но первый удар двойной. Вот я не совсем понимаю вот этот двойной удар. Ну что? Как? А ёлки, я дурак, я дурак. Я забыл, что после атаки нельзя блокировать. Чёрт, что-то я, блин. Я просто надеялся, что он поставит блок своим этим. Он... В общем, вот так вот я продул. Пока что тактика из меня хреново, хотя когда сосредотачиваешься на игре, то вроде как. В общем, такие дела. Если вам игра показалась интересной, приобретайте, либо ждите, когда выйдет вот последняя серия Magic Duels Origins, которая будет бесплатна. Там, в принципе, будет все то же самое, я думаю, и даже лучше. Там, ну, анимация, может, чуть подкорректирую, там какие-то карты другие, ну, и там режимы, я так понял. Вот. Ну, и, собственно, здесь в этой игре есть режим кампании, который, я так понял, будут проходить тоже в режимах битв по порядку, ну, там со своими, наверное, какими-то условиями. Вот. Если вам интересно, я готов, как бы, проходить для вас эти кампании, так, потому что я их еще не начинал. Вот. Ну, если нет, так нет. В общем, пишите ваши впечатления по игре, кого заинтересовал, кого что. Вот. Ну и уже дальше я буду смотреть, что и как. Всем спасибо. С вами был 5 по 74 и до новых встреч.